Так, ну совсем уже мутненько в низких положениях над горизонтом. Юпитер и Сатурн 22 декабря 2020 года над Харьковом. Совсем все мутненько. И небо у вас не очень чистое. Облачка какие-то дымчатые. Ну и уже просто плотные слои атмосферы. Уже не видно кольца. Да нет, чуть-чуть видно. Ну конечно, не то, как в первых двух дублях, а то уже четвертый. На льду стоит штатив. Совсем уже тяжело им стало управлять. Ну давай сейчас сами в кадр влезут. Не трогаю ничего. Вижу спутники Юпитера в левом углу. Вижу сам Юпитер. А Сатурн. Вот сейчас должен появиться и тут, и другой в кадре. На фоне шумостроительной техники. Вот, пожалуйста. 1,694 миллиона километров. То есть 1,594. Нет, 1494. 1,494 миллиона километра до Сатурна. Представляю, как это было можно сейчас сообщить. А до Юпитера, как было важно это узнать, а до Юпитера 888-887 с копеечками. 900 каких-то тысяч километров плюс. Ганимед сейчас спрячется внизу, спутник теперь спрячется внизу, спутник Юпитера. Ио, теперь за Юпитером идет Европа, спутник и Каллисто. Каллисто прозвучало как диагноз какой-то весьма нездоровой болезни. Болезни бывают здоровые. Так. Мои вы красавцы. 7, по-моему, угловых минут. Вчера было 6, но вчера были такие тучи. Над Харьковом, что можно назвать любое количество минут. Так, пошли снимем. Луну и Марс рядом, они тоже того стоят. Луна и Марс слева, я думаю, не ошибетесь. Вот, пожалуйста, Луна. Так, ладно, давай сейчас будем делать дальше дубли. Пока наши красавцы не скроются за горизонтом. 22 декабря 2020 год, Харьков. Такое ощущение, что в небе висят кошачьи глаза, ну натурально. Светятся в темноте. Это же чеширский кот. Ха. А где твой смайлик, чеширский кот? А, ну так луна. Маленько перевернутый, перекошенный. Ладушки, будем снимать другие дубли.